Всем добрый день. Наступила погода хорошая. Весна. Птички поют. Вот, сегодня займемся установкой брызговиков на колеса. Покуда номеров нет, у меня отпуск. Ехать никуда нельзя. Денек-другой есть. Установим брызговики. Наперед и назад. Испытаем впервые сегодня домкрат, который идет в комплекте. Вот я уже достал его. Ниша здесь просто огромная. Вот кто просил обзор сделать. Багажник для семьи вполне предостаточно. Вот, собственно, сами брызговики. Передняя, задняя. Вот артиклы, кому интересно. Один. И второй. Для Geely Atlas купил за 40 рублей белорусских комплект, то бишь 80 рублей. В комплекте идут вот крепежи. Сейчас разберемся, что где к чему, инструкцию. Ну, начнем ставить. Начнем с зада. Вот. Так что результат работы выложу потом, расскажу, какие нюансы были, может, подходит ли в штатное отверстие, которое там как бы предназначено, они ложатся. У них выемка. Все как по форме должно лечь. Вот, так что посмотрим, как и чего. Мы приступим к работе. Итак, что мы имеем? Сняли колесико. Колесо, конечно, как отмаза. Здоровое, капец. Все новенькое, круто. Вот сам брызговик. Попадает задний на один крепеж. Клипсы пластик массовые. Вот. Если видно на солнце. Плоховато, да? Вот. Ну и в общем крепить тут все пластмассовое. Никаких металлов сверлить ничего не нужно. Сюда ставятся либо вот такие клипсики на винтик. И вот такая заглушечка. Я так понимаю, это вот она сюда вот новенькая. В общем, три винта и одна пластмассовая клипса. Пробуем ставить. Ну что, ребятки, поставил брызговичок на один шуруп, клипса, которая почти не держится, херовато. Еще один болтик, еще один болтик. Ну, на них хоть как-то все будет держаться. Запасайтесь головочкой. А то вот этим ключиком на 8, головочка на 8, удобнее будет, если такая отверточка есть. Ну, под руками у меня ключик тут, поэтому я и справился. Вот, инструментик. Ну, как вы считаете, лучше стало или хуже? Блин, не видно нифига солнца. Покажет время, лучше или хуже. Ну, одно что. Плюс брызговиков. Сзади, например. Соседа сзади едущего за вами. Шанс поймать камень в лобовик уменьшается. Ну, и бампер свой меньше обрызгаешь. Так что вот это сзади. Ну, а спереди... Может немножко дверь защититься и арочка, хотя тут все закрыто в пластике. По сути, кто по бездорожью не ездит, я, собственно, не езжу, но почему-то решил доукомплектовать. Ставим колесо на место, в общем. Такие дела. Так, ну спереди вообще все круто. Я вот здесь сейчас снял колесико. И здесь вот такие...
винты. Вот. И тут штатные места, пластмассовые такие вставочки. И буквально не хватает одного винтика. А три винтика становятся как родные сюда. Опа! И один я шилом прокалываю, винтик вкручиваю. Так что передний будет держаться вообще огонек. Ну и что по передней подвеске? Макферсон. Очень радует, что рейка находится внутри вон электро. Как и на Ксаре, у меня была Ксара до этого. То же самое, тяги, шрус, полуось. Такой же Макферсон. Шаровые опоры, стойка стабилизатора. Одно не люблю, вот что гайка ступичная заклепывается. Да, и обратите внимание, везде нанесена красочка, чтобы мы ничего не снимали, покуда гарантия. А так диск конский, по-моему, 320 миллиметров в диаметре вентилируемый. Да, стоит тоже в Беларуси 360 рублей, по-моему, я на сайте глядел. На автосуп у нас такой есть. Вот, ну в общем, монтируем мозговичок. Поехали дальше. Все, как я и говорил, встал он сюда просто изумительно. На свои места. Очень надежно спереди крепится. Да, ну еще не сказал про сам мозговик. Он на самом деле такой мягкий. Ну, как будто резина с пластмассой какая-то. Не жесткий, в общем. Единственное, меня что смущает, что будет постоянно вот в эти вот луночки грязь скапливаться, песок. Ну, да ладно, пластик. Ржаветь тут ничего не будет. Зато не будет брызгаться. Вот как получается. Если видно, брызговичок. Ну, во всяком случае, хуже не будет. Хотя, как я говорил, по бездорожью я особо не езжу. Ни рыбак, ни охотник. Так, в деревню, на дачу. Ну, еще, как говорил в начале, что удобнее запастись какой-нибудь... Вот типа такой вот, как отвертка с головочкой. Сбегал домой, дело пошло гораздо быстрее. И еще взял... набора головку. Здесь, кстати, кто не знает, гайки идут на 21 размер. 21. Вот у меня такая вот с набора, она, наверное, типа свечей. Вот, потому что штатным ключом им открутить и закрутить. А вот именно прокрутить, ну вот закрутить гайку хвостом ходу, неудобно. Либо, может, у кого есть крестообразная там баллонник, тоже будет ничего. Вот, ну по сути сторона готова, смотрите результат, как оно, что видно, не видно. Ну по мне вроде как и ничего получилось, будет защищать. Я прошу прощения, что сегодня тут солнце выскочило. Оно-то и хорошо, но может плоховато и видно. Ну, в общем, вот так, друзья. Машина более так приобретает брутальный вид. Законченный, скажем так. Со второй стороны будет все аналогично. Ну, вот для сравнения. Без брызговиков. Ну все, всем спасибо. Если кого-то интересуют какие-то нюансы, можете смело задавать вопросы. И по ходу их накопления сам начинаю опыт приобретать. Ведь машина куплена в лизинг, 5 лет в рабстве.
Это как минимум, поэтому она у меня будет, чувствую, лет 5-7, а то и больше. Как я говорю, у меня была Ксара, это была девочка. Ксарочка. Рестайлинг была у меня. А это уже самец. Такой. Лось. Машина большая. Я ростом 1,91 м. Почти до носа достает. Вот. Так что спасибо, что посмотрели. Может, было видео полезно кому-то. Всем говорю. До новых встреч. Самец будет летать. Ребятки, все никак не закончу видео. Лайфхак, как говорится, для ленивых. То бишь поставить передние брызговички можно, не снимая колес. Моим ключиком обычным, которым вначале крутил, все элементарно подлазится под винтик там. И шилом здесь вот пропариваю только единственное отверстие. И все четенько. Посмотрите на этой стороне. Немножко лучше. Видно брызговички. Ну вот. В таком виде. Так, это же у меня не было видно. В таком виде машинка и получит очертания. Ну, снимал, потому что вам показать, самому посмотреть, что там за подвеска, как, к чему, что. Все, до новых встреч, друзья. Всем пока.